Хорошие новости, друзья. Нас долго критиковали за инструмент экструд. Вот мы доработали. Этот выбор происходит всегда доступен в режиме прямоугольника. Сразу выбираем, активизируется общая нормаль. Можно двигать, делать экструд, масштабировать. Выбрали новую область, двигается, масштабируется. Даже можно поворачивать, если по-старому там подвинуть. Доступен и старый режим. Тогда тут или выбор, или масштабирование, так сказать, манипуляции. Поворот, движение, масштабирование. Нужно делать коммит для экструда. Все на ваш вкус. Работа с кромками. То же самое, аналогично.